Всем доброго здравия! Сегодня информация для деловых людей, для тех, кто хочет жить в своем доме или же иметь хорошую дачу. Итак, продается кусочек земли недалеко от города, примерно 5 километров здесь от Сеймского округа. Рядом, можно сказать, рукой подать. Продается очень дешево кусочек земли, очень дешево. Повторю я, потому что земля в городе столько не стоит. Итак, вот слева у нас курочкин птицефабрика была, а справа вот дача. Вот у нас имеется водонапорная башня. От этой водонапорной башни туда вниз, там находится основная вот эта вот наша дача. Сейчас немножко вперед проезжаем и повернем направо. Покажем направление и расположение дачи. Автобус курсирует. Большой автобус. Привозит, забирает людей. Это центральная дорога, которая ведет к правлению. Остановочка справа. Сюда приходят маршрутки. За забором находится само правление. Управляющий там сидит. Председатель. Председатель. Мы поворачиваем направо и проедем. Сейчас мы посчитаем, сколько мы проедем. Вот так, первая улица. Первая улица. Здесь вторая уже улица. Самое главное, обратите внимание, что уже стоят электрические столбы и провода везде протянуты. Давно уже электричество подключено. Третья улица. Газ начинают подключать. Внизу уже около правления подключен. Четвертая улица. Пятая улица. Шестая улица. Седьмая улица наша. И седьмая улица. Так, от поворота, значит. Здесь первая дача. Здесь вторая дача. И третья дача. За мной участок земли в размере 10,23 сотки. Значит, 10 соток, в общем, можно сказать. 10 соток земли. Показать вам, что здесь находится, но это для тех, кто просто хочет заниматься дачей. Я просто говорю, что это кусок земли. Потому что здесь можно строиться с нуля. Находится домик железный 2х2, в нем находится погреб и небольшая здесь вытяжка. Погреб метр на метр и глубиной где-то примерно 1,5 метра. Далее земля разделена пополам,
это 5 соток с одной стороны, 5 соток с другой стороны. Все насаждения находятся с одной стороны. Вишни, сливы, яблони, груши, все находится здесь с одной стороны. А земля, которая находится с левой стороны, это чисто для посадки здесь. Посмотрите, пожалуйста, здесь все ровная земля. Полностью ровная земля. Имеется ванна, бочка здесь с водой, а также водопровод на участке. Подключены здесь два крана. Водопровод полностью идет по участку. Также имеется сарайчик небольшой и рядом уже туалет. Здесь типа зеленой зоны, потому что здесь деревья, здесь уже ничего не пашется, ничего не делается. На участке посажена клубника. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 борозд. 13 борозд. И для вас уже посажен чеснок. Что скажешь новым хозяевам, если вдруг захотят приобрести? Да что сказать. Нас эта земелька кормила 30 лет. Вот 31 год уже, как у нас эта дача. И мы хотим, чтобы приобрели ее тоже хорошие люди, которым нужна земля, которые будут также работать хорошо на ней. Ну, и кому нужна, тут будет работать, правильно? А можете обязательно работать? Можете обязательно? Можно и отдыхать, можно построить коттедж и отдыхать, цветочки. А цветочками тоже большой труд. Так что смотрите. Смотрите, здесь все для того, чтобы построить любой домик. То есть воплотить всю мечту, которую вы захотите. Рядом, пожалуйста, все можно построить. Все можно сделать. Хотите, разработаете землю. Кстати, на днях мы здесь будем ее уже фрезеровать, для того, чтобы она не пустовала. Ну и, конечно, что сказать. Мы бы и дальше работали на этой земле. Земля здесь золотая, чернозем. Ну, куряне знают. Ну, где-то у нас есть какие-то земли песчаные, глинистые. У нас именно чернозем. Но вы знаете, кто смотрит нас давно, что мы переехали уже 2 года в деревню. Деревня за 50 километров от города. А этот участок находится 5 километров от города. Поселок Волокно. Микрорайон Волокно. Вот. Но мы уже не можем. Во-первых, у нас там земля, хозяйство. Кто посмотрит наш канал, тот узнает о нас. Мама у меня старенькая уже. Ну, некому уже здесь работать. Поэтому, если бы мы не уехали в деревню, мы продолжали работать на этой даче. Земля очень хорошая, нам все очень нравится. Может бы и построились, но так как мы уехали в деревню, у нас нет уже возможности работать еще и в городе на даче. Думайте, смотрите. Мы хотим, чтобы эта земля, золотая эта земля, любимая наша дача, досталась в добрые руки. Чтобы здесь полностью наводили порядок, было чистенько, красиво. Сумма-то небольшая. Пока эта дача не заросла. Рядом с городом свет проводи, газ ведут. Пожалуйста, все удобства. Люди, даже где газ провели туда, к правлению, там люди живут постоянно круглый год, и зимой, и летом. Держат курочек, кто-то даже поросят раньше держал, сейчас не знаю. Скоро клубника уже будет зацветать, а это значит будут ягоды уже. А какие здесь ягоды? Ягоды очень вкусные. Итак, по поводу плодово-ягодных деревьев, значит, абрикоса, черешня, яблоня, вишня, малина, смородина, еще одна абрикоса.
груша огромная. Далее еще две яблони. Одна краснобочка, другая белый налив. И еще огромная стоит у нас абрикоса. Сколько лет она давала урожай. Прекрасных, вкусных абрикос. И варенье варили, компот закрывали. Вообще замечательно. Кстати, эта абрикоса кормила не только нас, но еще и соседей, потому что ветка смотрит еще на их сторону. Далее опять здесь кустарники у нас, и смородина, и крыжовник здесь. Все здесь есть. Золотистая смородина уже зацветает. Красота. Заметили, да? Еще раз. На этом участке 5 соток. Здесь специально насаждение. Здесь для того, чтобы сажать. Ну, мам, пожелание скажи покупателям. Товарищи, кто хочет работать на земле, это покупайте землю эту и будет кормить она вас. Как нас, 30 лет. Как нас кормила, 30 лет кормила. Да. Так, у нас здесь лук-батун, да? Еще находится это крыжовник или смородина? Крыжовник, да. А что здесь у нас посажено? Ну, это не сажали, наверное, зимы лук остался. Замечательно. Готовый уже зеленый лук здесь. Друзья, куряне, не дайте засохнуть в земле. Всем большое спасибо, кто смотрел наш ролик. Пожалуйста, репостите всем остальным, сообщите, кто хочет приобрести дачу за смешную цену. Это просто сказать смешная цена. 150 тысяч рублей. Земля около города за 150 тысяч рублей не стоит. Она стоит намного дороже. Еще раз всем удачи, здоровья и до новых встреч на нашем канале. Всем пока-пока. Не хочется, чтобы дача или земля, которая здесь находится, превратилась вот в такой вот заросшую землю.